Всем привет, с вами Кобик, и давайте ненадолго оставим Counter-Strike Global Offensive и погрузимся в увлекательный геймплей GTA 5. Поехали. Чамчик, какая попка у меня, слушай, когда она идет, так ох. Да я за руль сяду, слышишь? Я не могу дать, блядь. Почему? Садись, блядь, заебал. Сейчас, я его хочу. Сука, садись, бегом, блядь, дура. У тебя звезда. Почему? Садись, блядь. Заебал. Сука, садись, бегом, блядь, дура. У тебя звезда. Пу-пум. Все, давай, теперь ее спускаем. Она горит. Я знаю. Нахуй она горит? Спускай ее. Подожди. Вот теперь она, смотри, она как долго жила, сколько я в нее выстреливал еще. Я поехал в камень. В смысле ты сдох? Я в камень ебался. Вот, все нормально. Поехали, надо восстановить ее. Пу-пум. Думали, я вам правду скажу? А нет, куда же мы без контрета денемся? И вот после таких моментов меня называют читером. Там нет, нет. Ой, я испугался. Дима, иди нахуй с своим МП7, блядь. Ну чё, дурак, что? Ты ебанутый, у меня 5 хп, блядь, осталось. Мне жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки, панцирь носим, как рубашки, юные таланты, та-та! А, ну всё идём, нахуй. Всё идём, нахуй. Нет, я что спал с левого бокса. Иди проспись, алкаш. Не пойду. Дим, давай разыграем сценку инвалид и пида. Чуре я инвалид. Я инвалид. Я знаю, что ты инвалид. Нижний вариант. Бля, надо запомнить. Пу-пум. Ну вот, что я хотел сказать. Дима, я бы сука идиот, бля, я тебе говорю. А чё ты мои мувики не вставляешь, я не понял. Своей только. Ну да, ты видел, какой эпичный мой, да? Петуха. Какого черта здесь забыл Battlefield, я сам не знаю, честно. Команду снять, команду на Россию хочу, да, хочу в России играть. Я же россиянин, как-никак. А хуй тебе! Да ты издевайся, сука, я хочу в России жить. Простите меня, что такой короткий ролик, так как у меня больше нет материала. Ну, а я думаю, вам понравился этот ролик, а если понравился, то почему бы не подписаться на канал и не поставить этому видео лайк. А с вами был я, Кубик. До новых встреч.